Привет всем. Вот я хочу показать свой автомат, который я делаю. АК-12. Это всего лишь пока бета-версия. В игре смотрится вроде неплохо, но есть как бы доработки. Ну, это все, как говорится, со временем. Как я напомнил, я сказал, что это бета-версия. Теперь проверим его в деле. Вот, ручку сделал, добавил. Тени. Насчет теней поисправлял много. Ошибок было. Так, вроде сам себе он чувствует нормально. Также добавил Вога, сам гранатомет. Анимация вся на нем работает, как вы видите. Стреляет отлично. Чуть не так, вот так повернуться, чтобы вы видели, как он выглядит и все остальное. Это АК. Это АДС. С АДСом я показывал, как он тоже себя чувствует. Пардон.
ночной есть встроен. Тепловизорный. Есть такой. Правда, его надо дорабатывать. Ну, так поиграть можно. Еще добавляю к нему подводные патроны. Ну, подводные патроны я еще пока не разобрался. Переключение сделал, все, только мне надо осталось уменьшить скорость пули, ну, полет. Это рикошетом. Тоже Вога добавлено. Вот, заметьте, анимация на как вы видели, магазин убирается тоже все. Ну, в общем, играть можно уже. Напомню, это всего лишь пока бета-версия автоматов. В дальнейшем планирую сделать оптические прицелы, поставить. Надеюсь, он вам понравится. И вы будете также использовать в своих миссиях и в игре.